Всем привет! Мы вас приветствуем с красивой, нежной девочкой Чихуахуа по кличке Мадине. Мадине – это рыжая, короткошерстная Чихуахуа. Малышка уже полностью привита, чипирована, имеет документы РКФ, не имеет дефектов, среднего стандартного размера, не крупная и совершенно не мелкая, крепкая спинка, все у девочки в порядке, она не имеет дефектов. Малышка в поисках самой лучшей и ответственной семьи. Гладенькая, ласковая, очень любит сидеть на ручках. Прекрасно чувствует себя в обществе своих братиков, сестричек и друзей. Находимся мы в питомнике Чихуахуа Костропула. Вот такая красавица, милашка, с черными глазками, с черным носиком. Очень милая и похожа на свою мамочку. В конце этого ролика я ее вам покажу. Папа длинношерстный, белый, с шоколадным ушком, наш чемпион-мажор. И Мадине взяла его характер. Девочка бесстрашная, игривая, лоскучая, но при этом в обиду себя не дает, любит играть. Настоящая принцесса. Вот такая красавица. Находится в Симферополе. По поводу доставки она у нас есть. Обращайтесь по указанному номеру под видео. Все обговорим. Стоимость также уточняйте по телефону. И приятного просмотра. Хочу добавить, малышка подойдет в семью как единственной первой собакой, так и второй собачкой, а может даже и третьей. Прекрасная подружка для вашей уже собаки. Ну и вот наш папа, красавец-мажор. Шикарный красавчик.